Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рахленко. И Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день, 21 декабря, в разные годы и века, родились многие известные люди прошлого и настоящего, среди которых... Томас Бекет, архиепископ Кентерберийский, католический святой. И Томмазо Мазаччо, первый итальянский художник Возрождения. Роберт Броун, английский ботаник, открывший броуновское движение. И Бенджамин Дизраэли, английский государственный деятель и писатель. Константин Рокоссовский, маршал СССР, маршал Польши, дважды Герой Советского Союза. И Александр Беляков, советский летчик, спасатель экспедиции Челюскина. Всеволод Вишневский, советский писатель, киносценарист. И Зоя Федорова, советская киноактриса. Сегодня 21 декабря. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Этот день в мировой истории был отмечен следующими событиями. В 1237 году татарские войска хана Батыя взяли приступом Рязань, а в 1266 английские королевские войска после шестимесячной осады взяли замок Кенилворт, разгромив первый в истории Англии парламент. В 1599 году на суде инквизиции Джордано Бруно отказался отречься от своих взглядов. А в 1846 шотландский врач Роберт Листон провел первую в Европе хирургическую операцию с анестезией. В 1898 году французские физики Пьер и Мари Кюри открыли радий, а в 1899 в России вышел первый номер журнала «Огонек». В 1920 году был принят декрет об использовании Крыма для лечения трудящихся, а в 1940 Швейцария разорвала дипломатические отношения с СССР. Сегодня 21 декабря. В эфире программа «День веков. Хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 21 декабря 1237 года татарские войска хана Батыя после пятидневной осады и ожесточенного штурма захватили Рязань. Одержав победу на реке Калке в 1223 году, монголы-татары ушли в степи и вновь приблизились к границам Руси только в 1237 году. Батыя сопровождали выдающиеся полководцы монгольской державы Субедей и Бурундай. В начале 1237 года огромное монгольское войско, собранное в верховьях Иртыша, выступило в поход. Хан Баты вел под своими знаменами 140 тысяч человек. За год монголы завоевали Среднее Поволжье, Половецкую степь и земли камских булгар. А любое сопротивление населения жестоко каралось. Но народы Нижнего и Среднего Поволжья оказали упорное сопротивление, что задержало продвижение Батыя. Лишь к осени 1237 года он смог сосредоточить все основные силы для нашествия на Северо-Восточную Русь. В декабре 1237 года встали реки. На Суре – притоки Волги, на Воронеже – притоки Дона – появились войска Батыя. Зима открывала дорогу по льду рек в Северо-Восточную Русь. Первым городом, который стал на пути завоевателей, была Рязань. Хан Батый, вторгнувшись в пределы княжества, предъявил ультиматум, где потребовал десятину во всем – в князьях, в конях, в людях. Князь, чтобы выиграть время, послал к хану Батыю сына Федора с богатыми дарами, а сам тем временем начал быстро готовиться к бою. Он отправил гонцов к владимирскому князю Юрию Всеволодовичу и к черниговскому за помощью. Но оба они отказали рязанскому князю, считая Юрия соперником в борьбе за власть. Несмотря на это, рязанцы решили стоять за свою землю насмерть. На требование привести в его стан жен и дочерей, горожан, Батый получил ответ: «Когда нас не будет, возьмешь все». Обращаясь к своим дружинникам, князь сказал: «Лучше нам смертью славу вечную добыть, нежели во власти поганых быть». 16 декабря войско неприятеля прибыло под стены города и приступило к осаде. Рязань затворила крепостные ворота и приготовилась к защите. Все горожане, способные держать в руках оружие, поднялись на крепостные стены. Для того, чтобы измотать ее защитников, Батый приказал вести непрерывный штурм крепостных стен и днем, и ночью.
Штурмующие отряды сменяли друг друга, отдыхали и вновь устремлялись на приступ русского города. И 21 декабря враг ворвался в город. Сдержать этот многотысячный поток монголов рязанцы были уже не в силах. Последние схватки проходили на горящих улицах, и победа воинам хана Батыя досталась дорогой ценой. Несмотря на отчаянное сопротивление горожан, Рязань пала. Раздраженный невиданным сопротивлением обороняющихся, Батый повелел полностью разрушить город. Сквозь дым и пламя татары вломились в улицы, истребляя все огнем и мечом. Несколько дней продолжались убийства. Наконец исчез вопль отчаяния, ибо уже некому было стонать и плакать. Взяв Рязань, татары двинулись вглубь северо-восточной Руси. 21 декабря 1610 года был убит Лжедмитрий II, самозванец-авантюрист, выдававший себя за русского царя Дмитрия Ивановича. Лжедмитрий II выдавал себя за чудом спасшегося во время московского восстания 1606 года другого самозванца Лжедмитрия I, который, в свою очередь, выдавал себя за чудом спасшегося от смерти в Угличе в 1591 году царевича Дмитрия. Происхождение его неясно. Кто скрывался под именем, принятым в истории как Лжедмитрий II, так и не выяснено. Впервые на политической сцене Лжедмитрий II появился в 1607 году в белорусском местечке Пропойске, где был схвачен как литовский лазутчик. В тюрьме он сказался Андреем Андреевичем Нагим, родственником убитого царевича Дмитрия, который вынужден скрываться от Василия Шуйского, и просил, чтобы его отослали в Стародуб. Вскоре из Стародуба самозванец стал распускать слухи, что Дмитрий жив. Когда начались расспросы, кто же царевич Дмитрий, его друзья указали на Нагова. Последний сначала отпирался, но горожане пригрозили ему пытками, и он назвался Дмитрием. Лжедмитрий II получил широкую поддержку во многих слоях русского общества, оппозиционных правлению Василия Шуйского. Набранное войско ожившего царя представляло собой собрание людей разных сословий и различных народностей – русских, поляков, татар, а также донских, запорожских и волжских казаков. К Лжедмитрию II также примкнули дворяне южных российских окраин, казаки во главе с Иваном Заруцким, остатки войск Ивана Болотникова, а также польские отряды. В июле 1607 года Лжедмитрий II предпринял из Стародуба поход на Брянск, затем на Тулу. Разбив в мае 1608 года под Волховом войско Василия Шуйского, самозванец подошел к Москве и обосновался в селе Тушино, где позже им было сформировано правительство. В августе 1608 года в Тушинский лагерь прибыли поляки во главе с Юрием Мнишиком, а затем приехала его дочь Марина Мнишик, которая узнала в Лжедмитрии II своего убитого мужа Лжедмитрия I. Позднее они тайно обвенчались. Используя недовольство крестьян и горожан, правительством Василия Шуйского Лжедмитрий II установил осенью 1608 года контроль над значительными территориями Москвы. Лжедмитрия II как истинного царя признали такие крупные города, как Великие Луки, Псков, Суздаль, Углич, Ростов, Ярославль, Владимир и другие. В этот период в стране фактически сложилось двоецарствие. С зимы 1609 года влияние Лжедмитрия II на политической арене смуты начало быстро сокращаться. Открытая польская интервенция против России с осени 1609 года способствовала распаду Тушинского лагеря. Польские отряды отъехали к Сигизмунду III, осадившему Смоленск. К нему же отправилось и большинство русской знати сторонников Тушинского вора. В декабре 1609 года Лжедмитрий II бежал из Тушина в Калугу. В июле 1610 года он снова подступил к Москве, воспользовавшись разгромом поляками войск Шуйского под селом Клушино. Однако захватить столицу и царский престол ему было не под силу. Уже в августе он был вынужден снова бежать в Калугу. Здесь осенью 1609 года у Лжедмитрия II произошел конфликт с касимовским ханом Уразом Мухаммедом. По приказу Лжедмитрия II хан был утоплен. За касимовского правителя отомстил его родственник, начальник стражи Лжедмитрия II, крещенный татарин Петр Урусов. 21 декабря 1610 года во время охоты в окрестностях Калуги Урусов, прискакав к саням на коне, рассек царя саблей, а младший брат его отсек царю руку.
Ополчение Лжедмитрия II распалось. Но смута в русском государстве продолжалась до зимы 1613 года. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!